Карапуз представляет. Привет, друзья! Как вы уже догадались, в нашем небольшом, но очень любимом Лего-мире новиночка. Новиночка связана вот с таким вот пожарным отделом, пожарной станцией. Мы сейчас достанем из коробочки все содержимое, рассмотрим и будем собирать наш конструктор. Итак, друзья, вот и наша инструкция. Яркая, подробная. Вот такие две платформы. И, конечно, куча мешочков. Огромная куча. Вы только посмотрите. Работа предстоит не очень легкая, но самое главное интересное. Аккуратненько все высыпаем из мешочков содержимое. Пожарные очень отважные люди. Они, помимо того, что спасают здания, они самое главное спасают жизнь людей. Вроде бы казался мешочек не сильно большим, но посмотрите, сколько тут всего. Мы смотрим пожарные каски, и серые, и белые. И, наконец, мешочек с самыми маленькими деталями. Вот тут лица наших пожарных. Будет большой интересный отряд. Итак, друзья, с вот этим всем добром мы сейчас с вами должны собрать вот эту вот замечательную пожарную станцию. И я вас приглашаю в небольшое лего-путешествие. Вперед, друзья! Ну вот, друзья, у нас и вышло собрать нашу пожарную станцию. Посмотрите, какая она интересная. Аж целых 5 пожарных. Вот такая вот машинка с такой выдвижной большой лестницей. Сзади машинки шланг, чтобы тушить пожар. Вот тут командиры такие вместе с оборудованием разным. Смотрите. На втором этаже пульт, который подсоединен, ну, наверное, ко всему городу. Такие вот антенны. Подсветка, громкоговорители. Ну, прям, ну, настоящая пожарная станция. И наши пожарные будут всегда настороже и помогать людям в беде.
Такой сегодня был у нас замечательный конструктор, и мы справились собрать его на отлично. Не скучайте, всем всего хорошего, до скорых встреч, до новых новинок. Всем пока!